Для меня огромная честь сегодня стоять на этой сцене, чувствовать себя членом команды Путина и принять участие в этой замечательной церемонии, в которой сегодня несколько моих земляков получат эту высокую оценку, высокую награду. Сегодня страна переживает непростое время. Вся мировая цивилизация находится на очередном историческом сломе. И нам очень повезло, что нашей страной управляет человек, у которого хватило мужества, хватило воли, патриотизма принять очень важное и очень сложное решение. Россия есть, Россия будет.